Всем привет! На телеканале «Домашний» выходит новый мелодраматический сериал под названием «Отпуск по собственному желанию». Медицинская практика блестящего хирурга Никиты Мартова оказывается под угрозой, когда на пике карьеры у него внезапно развивается боязнь крови. Осознавая, что оперировать он больше не сможет, Никита принимает решение уехать из Петербурга в родной поселок Южный, где он вырос. Став сельским врачом общей практики, Мартов сталкивается со множеством проблем, главная причина которых – абсолютная неспособность ладить с людьми. Премьера восьмисерийного сериала «Отпуск по собственному желанию» состоится 27 июля на телеканале «Домашний».